На следующий день собравшаяся толпа узнала, что Иисус уже на пути к Иерусалиму. Они нарвали пальмовых ветвей и вышли его встретить, восклицая «Осанна!» «Благословен грядущий во имя Господне! Благословен Царь Израиля!» Эта толпа хвалила его, славила его чудеса, с большими ожиданиями рассказывала о нем всем. Но эти люди не знали его. Они ждали того, кто будет править в силе и могуществе, а он пришел как смиренный слуга. Они хотели, чтобы он, наконец, принес славу израильскому народу, а он хотел изменить их, чтобы их жизнь приносила славу Богу. Они ожидали великого генерала, способного сокрушить их врагов, а он говорил: «Любите врагов ваших». Они думали, что он принесет им освобождение от завоевателей, а он пришел, предлагая освобождение от греха. Людям вскоре пришлось понять, что Иисус не является тем, кого они хотели видеть, поэтому они повернулись к нему спиной, так не осознав, что он был тем, кто был им нужен. Он не заслужил того, что с ним случилось. Предательство друга за 30 серебряников. Его били и истязали, надели на голову терновый венец. Он был невиновен, полностью невиновен. Его пригвоздили к кресту из-за тебя и меня. Мы распяли его. Но даже испуская последний вздох, он просил Бога простить нас. Это то, как выглядит настоящая любовь. Иисус умер за тебя и меня, чтобы мы могли быть спасены. Но это не конец истории. Смерть не смогла его удержать. Он воскрес из мертвых через 3 дня, доказав миру, что он есть тот, кем себя называл. Иисус, Царь царей, наш Спаситель.